Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, вместо того, чтобы тут ставить, надо мне тут город последний ставить и забирать этот барьерный риф. Я не знаю, что там все думает. Бразилец, я не понял, сейчас лучник твою галеру, что ли, убил? Убил уже? Ну, мне пока не показывается, не знаю. Нет, не убил. Он еще живой. Мне просто... Ее показали мгновение, потом она убралась, я думал, что убилась. Нет, не убилась, повезло. Русский, предложение дружбы. Да, тебе тут у грека не особо много. Это кто спрашивает? Бразилия. Я пока подумаю. Пока тут все коровами плыву, да? Раз, два, три, четыре. Ну что, тебе все надо восстанавливаться пока после войны? Тогда... Да нет, не надо. Что, тебе даже усталость у меня? Еще одну ферму надо. Ноль. Война же закончилась, усталость падает. Да. Я жду русского у себя. Не, я просто тоже только в каравелл вышел, поэтому... А где он хоть находится, этот русский? Подо мной. Южнее Бразилии. Ты в Рио-де-Жанейро плыви, там... Думаю, там пойдешь. Слева, видишь, одна мандол. Не смогу правопроход дать, если надо. Так, русский, а что ты думаешь по поводу дружбы с Америкой? Ну, вот с тобой давай. Отлично, я пишу. Давай. Так, напоминаю, что у меня есть слоны на продажу. Меня сейчас гляну. Не ртуть. Но если бы точнее, то бивни. Ртуть если могу. Ходов, ртуть да, могу. До 15-го хода получается. Ой, до 115-го. На 15 ходов. Да. Вроде дружба. Нет? Не на 115-го, а сейчас 62-й ход. На 15 ходов. Я перепутал год, да. Угу. Случайно перепутал. Ну, напиши, допиши там. Да, да. Все написано, договор не рушим. Блин, тут хреновые клетки, мне тут надо... Слушайте, давайте я куплю здесь, пожалуй, рабочего. Как раз ферму построю. Тут надо фермы построить. Давай, давай, русский, дружбу. Дай тоже мне поиграть. Тут сейчас будешь всех выносить? В демократии – это ваш голос, который считается. В феодализме – это ваш голос, который считается. Так, давайте еще. Ну давай, давай посол. С тобой на 15 ходов. Спасибо, я напишу. Сделаем. И новые строители на 2 действия больше получают. Так, караван в Майнс перекинем. Так. Блин, тут не проп... Надо вернуться апнуть в каравеллы просто эти.
Так, что тут? Госслужба. Так, вот я взял ученого, да, он значит, дает озарение и так далее. Дальше написано, поврежденные юниты устанавливают 5 очков здоровья каждый ход. Это для всех поврежденных юнитов? 8 наземных боевых юнитов. Ну, если написано юнитов, не написано сухопутных, тогда да. Нет, я в смысле не понял. 4 торговых пути. У меня пока 3, а 4 скоро ли будет? Не скоро. Да и до 10 я не скоро доведу, так что госслужбу давайте. А сколько стоит до коровы латнич? 100-115, по-моему, или 120. Читал. Дорого. Да, очень, дорого. Очень что-то. Мне только на 2 хватило. Содержание, новые строители, бонус для кампуса, плюс 1 к жизни. Блин. Отправил, взял карточку и забыл отправить посла. Ну вот сейчас успел нормально. Кто там хотел что-то меняться, да? Дивни, да, ты, Олецкий? Сейчас. А я поменялся уже с кем-то на ртуть. А нету больше ни у кого, да, ничего интересного. Ну я обработаю потом бивни еще. Али, посмотри, у меня есть. Кстати, глянь. У меня есть еще одни бивни. Да, есть одни. Сейчас. Положить торговый путь. Апельсинки. Но, по идее, не должны убить. Возвращаюсь обратно, апну в каравеллы. Я там купил клетку, если я не строю, блин. Такая кишка продолговатая. Русский правопроход дашь? Кто спрашивает? Зимние не должны этого мечника убить. Сейчас да, проходи. Посмотрим. If I were again beginning my studies. Пойду подальше от этих бешеных варваров.
Так, мне нужна лесопилка. Инженерное дело, три лучника. Машиностроение пойдем. Так, что там с великими людьми? Ну, тут уже дофига. В принципе, нанято. А чего ты Валетту захватил и уничтожил? Не нравится? Махенджадара неожиданно мечником вылезла. Махенджадара захватила? Да. Блин. Ты, наверное, очень рад. Да? Ну, такое. Везуха, базука. Подстава, конечно, долбить город, чтобы потом ГГшка его вот так дебильно захватила. О, наконец-то бразилец выкупил барьерный риф. А, наверное, тут сделаю еще ферму. Вот где-то квадридиама стоит, я забираю лагерь. Ну, вообще, я его убил. Ну, у тебя есть чем забрать его? Ну, через ход 2. Окей. Проблем. Не, такие интересные, кстати, острова сгинили. Ну, мне повезло, типа, что у меня большой. Вот такой проплыв, знаете, в три клетки тут. Кто не помнит, на производство каравелла, где карточка? Получается, юниты... Возрождение. Морский юнит возрождения. Быстрее. А это дальше, смотри дальше. Оно это случайно, нет? Колониализм. Колониализм. Да, колониализм. В общем, далеко. О, да. Да, нереал не вообще. Проси, дай проехать. На себе. Куда вы все претесь? Там внизу ничего нет. Я застрял там внизу как раз. Пытаюсь выйти. Так. В Нюрнберге недостаточно жилья. В Майнце недостаточно. Да, блин, эти дуболомы. Я, ну, тут пускай стоит лечиться. 135 до каравелла, а не 115. Ладно. Пока тогда поплаваю. Так, Ганза завершена. Путь в Нанмадол, инженерное дело, обращение в веру Буэнос-Айрес хочет. Но вообще, да, раскидал у нас, судя по всему, опять неравномерно. Есть идея вот тут построить священное место.
Normal people believe that the taxpayer, that's someone who works for them. Меняем на плюс 2 влияние. Чтобы говорить о городах с гарнизоном не надо, плюс одно жилье, новые строители. Это пока все так и оставим. Так, и здесь пойдем вот сюда, торговый путь. У меня скоро будет. Точнее, он уже сейчас мне доступен. Потом две каравеллы надо будет апнуть такие. Создать войско из 8. Это нет. Так, амбар. Амбар, а потом гавань. Первая каравелла. Сейчас я тут проплыву, верну трему, как раз еще 135 накопится. Надо Петру строить тут. У меня не так много пустыни, но само по себе Петра дает приятные бонусы. А нет, просто две пищи, два золота и одно производство. Тогда не знаю. Можно построить только на холмах. А где у меня тут холм, на котором я могу оракул строить? Луг. Луг. Холм вот у меня тут этот. А, может, где медь? Точно. Не, ну жалко. Слушайте, ну тут я вот построю... Священное место в будущем, да? Тут строить Петру, чтобы вот одна клетка приносила что-то. Ну, как-то... Как-то, по-моему, не очень. Блин, Бимер. Висячие сады у меня угнал. Я с ними спешил, конечно. Хотя нет, давайте тут торговца. А, не здесь, блин. Блин. Ненавижу интерфейс 6-й цивы. У меня есть хлопок на обмен. Здесь строителя, здесь торговца. Пожалуй, тут строителя. Водяная мельница, амбар.
Вообще, надо бы мне еще тут этот город поставить все-таки. Да, вполне нормальный город. 3, 4, 5, 6, 7, 8 городов будет. Очень даже норм. Так, так, появилась торговый путь. Куда мне? В Магдебург. Вот, ускорение средневековых ярмарок. Отлично. 8 наземных юнитов я не создам, а вот 2 каравеллы вполне. Да ёлки, ну, тут томили эти варвары. Но это все отголоски этого лагеря, я его захватил, но окончательно не уничтожил. Оракул вместо меди строится, Петра, вот на этих двух клетках. Опадана, нет, все, я это не хочу, ничего из этого я не хочу. Давайте, наверное, амфитеатр или рынок, рынок. That glisters is not gold. Often have you heard that told. Во, плюс 2 к жилью, отлично. Вот это ставим. Так, центр коммерции завершен. Ну, значит, торговца. Хотя лучше вот там, где рынок. Тут во Франкфурте что-нибудь другое давайте. Кампус, давайте Ганзу. О, плюс 5. Ну, наконец-то с американцем встретились. Немецкий континент такой. Красота. I'd imagine the whole world as one big machine. Machines never come. Так. Надо лесопилку строить. Теперь открыл. Тоже проект сделал, да? Конечно. А, не, проект чудо сделал в этом городе. Я почему-то в одном городе проект не смог завершить. Обалдеть. Беда. Я бы так забрал. Странный баг у меня. Написано, что у меня линкоры появляются в сталеварении, ну, по цивилопедии. А с момента сталеварения там не показано, что линкор появится. Это бразильский? Да. А у тебя же не линкор, у тебя другой юнит. А, там другая технология. Все, сообразил.
Греция объявляет войну Бразилии. Хорошо. Броненосец. Гуарулиус. Так это у него с этого флотоводца, да? Так, слушайте, как-то мне надо в Магдебурге тогда какую-то защиту сделать. Ну что, было приятно с вами играть. Но у него же один броненосец. Ну, я не готов к войне. Но я думаю, не думаю, что у меня есть тут шансы большие. Строй стены в других городах. Ну, будут, конечно. Стольную у тебя сложно брать. С одной клетки только атакуются. Так. Греция, ты ставишь целью меня вообще вынести или пару городов захватить? Ну, до порту Алегри точно, а дальше уже как пойдет. Понятно. А у тебя там арбалеты, что-нибудь такое есть? Нет. Наземные какие-то юниты бразильские? Не, ну я просто переживаю, ты и Леша имеют доступ к моему морю. Ну, блин, ты, конечно, сказал. Так-то все имеют. Нет, в смысле, вот к носу, допустим, я не знаю, как защищать, если что. Ну да, он стоит так прикольно. А чем он тебя захватывает? Броненосцем. Эфес тоже у тебя атакуется довольно плохо. А вы еще все замирились. Каравелла. Че у него что-то еще? Подревимы. Всем подряд он. Галера даже. Че у него есть, то такое. У него тупо мощь больше, то есть даже не... Так надо было смотреть, что он повышает свою военную мощь. Я вот заметил. Честно, я сейчас смотрю на первое место, на Россию только смотрю. А на России сейчас не на первом месте, сейчас американец на первом месте, если что. Ну, это да, по военной мощи... А, по военной мощи? Надо на нее смотреть. Ну, короче, не... Пойдем-ка во фрегаты. Да ладно, у меня что-то... Только хотел поиграть мирно. Да это всегда так. Сколько жениц собрался? Нет, горды первые. А, ну, значит, горды. Я просто так, немного... Магдебург надо напугался, что усиливать. Пройдет через несколько ходов, поэтому немножко подстроился. Да, грек тут навел шороху. Так, и чтобы ускорить эти морские, тут нужен колониализм аж. Астрономия, великий торговец. Да, ходят слухи. Мы это даже видим, как он Гуарулис захватывает.
Да ладно, почему такой путь? Когда вот так ближе. Кампус хочу тут строить, а он захватывает эту клетку, блин. 6 ходов. Ладно, давайте еще одного строителя тогда. Сорок шесть защиты, но он... Куритибу с защитой 40 за 2 хода взял. Тут больше, потому что это уже защита от грека. Так, а что там, где у нас стены сразу строительной инженерии? Мне бы вообще колониализм, мне кажется, стоит раньше изучить. One is despoiled by mercenaries, in war by one's enemies. Так, еда, мастерская, маяк. Давайте, наверное... Кампус. Сейчас у меня будет 10 жителей, я в ахе не смогу гавань построить и фигачить фрегаты. Раз, раз. Ребят, меня слышно? Походу, у меня Discord повис.
Нет, никто ничего. Вы сказали, что если бы Ахим был на воде, то напали бы на него. Это можно было не повторять. Да, это я стратежно, видите. We shall not cease from exploration. Арио-то что-то уже как-то не бьется броненосцем. Потому что я там стены поставил, я не знаю. Ну, каравелла, видишь, убилась об него. 55, это у тебя там рыцари стоят, да? Нет, там никто не стоит вообще. А откуда 55? Ну, это он просто вышел по ветке технологий. Чем выше ты по ветке технологий, тем больше у тебя брони. Нет. Неправильно. Да. Нет, нет, нет. В зависимости от того, какой самый сильный юнит. Ну, какой у тебя есть самый сильный юнит? То есть, как дальше ты вышел по технологии? Вот я и спрашиваю, какой юнит он построил, надо понять. Это мушкетер или этот, бригады? Нет, у меня каравелла самая сильная. Ну да, можешь в личном бою 50. Получается. Придется с Рио чуть подождать. Каравелл это не намного слабее, чем фрегаты, да? А в чем смысл фрегата? Фрегаты дальнобольные, каравелла ближнего боя. Издалека там куча. На две клетки бьет, да? Я думал, они помощнее. Ну, они немножко мощнее. 55. Есть. 55 в дальнем бою. Да. А в ближнем 45, они в ближнем чуть слабее. Надо какие-то караваловки вести. Хотя на воде, по-моему, не актуально, да? Так, у меня есть слоны на обмен. Надо кому? Нет, не надо. Хлопок нужен, Лёш? Да. А чё шёлка, да? Шёлку ни у кого нету. Или гипс там какой-нибудь. У меня есть два цитруса и три специи, условно говоря. Две специи. Ничего никому не нравится. Специи? Потому что у меня их было меньше, но тут, видать, с кем-то закончилась торговля. А, вот, у меня ртуть. Я, значит, с кем-то на ртуть менялся. Со мной, ведь закончилось. Мы с тобой на ртуть менялись, да? Угу. У меня тут ртути куча, но я не могу. Не, ртуть со мной ты менялся тоже. Это я свою ртуть тебе отдал. А я у него взял ртуть. Бизнес по-русски. Специи, это которые пряности, что ли? Да, такая кучка красная. Блин, нафиг мне. А наушник ГГшки, я так понимаю, нету, да? Есть. И где она? А вот не говори. Зачем ему это знать? Хватит с него этого, как он называет. Но она там уже закидана голосами по самим голосам. Ну, я понимаю, просто хотя бы найти ее. Брать. Она на самом деле очень сильно спрятана. Она на юге. Право от моей столицы. Далеко-далеко. Там даже, скорее всего, не проплыть, я даже не знаю. Это кто говорит? Это справа от Америки.
Так. И мы идем так. Великого художника я вряд ли получу. Великого... Так, что с великим торговцем? Ну, можно... Можно провести всякие... проекты. А никто во фрегаты не вышел, кстати. Я буду первым. Еще культурную победу отключить было вообще таинственно. А кто там культурой побеждает? Ну, Горга, по идее, но пока еще не очень. Насчет побеждает не знаю, но по культуре как бы да, у Горга больше. Потому что по туристам... Гумерок побеждает. Не-не, сейчас народ ну, будет на такой степени. Ну это да, это не победа, это так, констатация какого-то. Народ слушай, бразилец, сейчас... я там тебе предложение давным-давно кинул, ну ты... А я не вижу, у меня там скрыто оно, за... не убирается. Ну зайди. Сейчас. Да, пожалуйста. Спасибо. Хорошему человеку, не жалко. Видишь, а ты думал, мы с тобой воевать будем. А тут, видишь, как оно... Как жизнь-то? Не, ну правильно сделал, в принципе, чё б нет. Что-то мне кажется, Бразилия не возьмется уже. Почему? Сейчас фрегаты поплывут. Ну да, фрегатами обстреляют нормально. Так кто говорит, что фрегаты поплывут? Ну, Греция говорит, фрегаты поплывут. Греция, может, разделим Бразилию? Это кто предлагает? Русский. У тебя Египет есть. Египет там три города, господи. А когда-нибудь а греки... А ты себе пять забираешь, как-то неправильно. Грека, когда они... Я бы на твоем месте русский, кстати, наоборот, бы греку просто мешал забрать бразильца и все. Ну, у него тут броненосец, понимаешь? Один. Один. Один, но флот. Но один. Ребят, я вот каравелла его бью и, не знаю, там... И не бьется. Половину каравеллу, да, теряю, когда я его бью, поэтому... Ну, посмотри, что там... Говорит тебе. Я вижу, что он с одним промоушеном. Две каравеллы с одним промоушеном, одна каравелла с двумя промоушенами. То есть да. С прокачкой. Конг, бери, пожалуйста, кавалерирему из Лиссабона. Броненосец тут две прокачки. Его надо штук 7 каравелл убить. А, как называется? Что там? Собор. Угу. Ну вот, вышли уже все фрегаты. Конго, берешь квадрирему из-под Лиссабона? Сейчас. Куда ее убрать? Все, все, у меня уже хватило места. А, она сама пришла.
Странно, что как-то русский впереди по институтам. Потому что... А, почему по институтам? Да. There is little man has made that approaches anything. There is little man has made that approaches... Культура. Не, ну почему мы с ним наравне вроде? Восемь русского, 81 у Горга. Да, но по институтам что-то впереди-то да. Русские. Надо в Магдебург и Ахен перебрасывать. Вот российские фрегаты пришли бы в мою душу. Зря русский. Лучше бы греку помешал. Да... Ну, Бразилии тут все равно не жить уже. Ну, так да, прикольно. Да. Так ты помешаешь греку, а потом захватишь Бразилию. Если ему не жить. Да ему не помешать. А ты, получается, усиливаешь человека. Я бы на месте потом грека просто пошел на тебя тогда сразу. Типа ты ему... Наоборот. Он тебе помог распилить бразильца, чтобы он быстрее, меньше сопротивлялся. И сразу на тебя напасть. Наоборот, Алексей. Наоборот, легче сначала меня вынести, Бразилию вынести, а потом уже думать о том, что нападает на Америку или нет. Закрепиться хотя бы на этом континенте. На этом острове. Не, ну я не хочу, чтобы ты закреплялся на этом континенте. Ну он Рио, скорее всего, возьмет, у него есть шанс. Вот. Поэтому вы, вас от интереса могут спокойно пересечься. Хотя, кстати, да, тебе русский сейчас выгоднее его атаковать, потому что у него сейчас флот чуть-чуть побитый. Вот. Да, пока. Его весь флот, понимаешь, сверху континента, я не отплыву здесь. Ну вот он, у него весь флот сейчас в Бразилии. Бразилия, город. Не весь. Ну, займная часть, 6 кораблей. Флотоводец еще, ладно. А, он уже взял его, ее. Не парься. Ну, блин, несчастье началось.
У них 40 дальнобойная мощь, а у фрегатов 55. Ну. Так, какие у меня тут... Ну что, русский, ты будешь мне мешаться или нет? Да, буду. Отлично. Это просто бальзам на мои уши. Два волка, конечно, могут загонять добычу вместе, но только есть ее будет кто-то один. Да ты... Выпусти книгу. Я вношу элемент философии. В обзор, в твой обзор. Если он выйдет, конечно. Ходят слухи, что Россия объявила войну Греции. Греции? Оу. За этим интересно понаблюдать будет. Не то слово. Че, русский, пока на меня нападать не будешь? Пока нет. Ну, я к тебе караван отправлю тогда. Хорошо. Я не понимаю, вот всю игру я смотрю на армию американца, она у него огромная, и, ну, и где она, и что она делает? Я бью варваров. Вот этой армии в 500? Да это я просто поднял немного этих фрегат. У него тут континент просто офигенный, ну, офигенно большой, поэтому ему действительно, если он хочет расселяться, ему есть... Мерика, там мир за продлим? Да, давай пройду, дружно. Бразильца, у тебя есть деньги? Есть. Не поверишь. За ресурс дай, роскошь. А цитрус нужен? Мне надо 500, сейчас скажу. Русский, ты, конечно, можешь закликать мой броненосец, но потом у тебя не будет фото, чтобы его брать. 532. Есть у тебя? Ох, столько у меня нет. О, не 500, а сейчас, подожди. 232. У меня есть 190. Россия, давай отдаю. Да, предложение кинь. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.